Всем привет, с вами Арсений, магазин Тукэмп и видеообзор быстросъемных колес от компании Лодки Колеса, некогда бывшей компании Амфибалт. Колеса идут в чехле с ручками, вот в такой вот комплектации, крепеж, две штанги с колесами, пневмоколеса без подшипников, диаметр 280 получается, для транспортировки все узлы у нас защищены получается, чтобы не порвать во время транспортировки чехол. Механизм достаточно прост, пружина достаточно мягкая, все легко и просто фиксируется и снимается. Здесь у нас кронштейн выполнен из нержавейки толщиной 3 миллиметра. Как видите, полностью все тщательным образом проварено. Здесь внутри также стоит пружина из нержавеющей стали. Колесо без подшипника. Ну и немножко по размерам, потому что многие задают вопросы, на которые не всегда удается ответить, не держа колеса в руке. Размеры вот по высоте от верхнего края до самого колеса 18 сантиметров, соответственно, до изгиба. Здесь у нас также 18 сантиметров. 17-18. Диаметр трубы у нас получается 32. Ну вот. Здесь он у нас встает. Не сказал, что будет какое-то сильное болтание. Достаточно жестко стоят. В комплектации болты идут под конус, то есть при установке они не выступают и не будут вам мешать во время дальнейшей эксплуатации. Итак, понравились данные колеса, можно заказывать у нас на сайте. Установку на лодку, о ней мы вам рассказывать, наверное, много не будем, потому что всю информацию вы найдете в инструкции по установке быстросъемным колесам. Модель называется H1BS. Понравились колеса, заказывайте на сайте, оставляйте ваши комментарии, рекомендации, подписывайтесь на наш канал, рекомендую.